Представляю вам начинающего стримера КамАЗ-5350. Парень стримит старые игры, которые вызывают чувство ностальгии, а ламповая атмосфера и веселые шутки обеспечены. Иногда он разбавляет свой контент с современными играми, такие как World of Tanks и Dota 2. Подписывайтесь, ссылка в описании. Поддержите начинающего стримера. За дело берется мясник. Угу. Порнотрактор. Ладно, господа, что ж, доброе время суток, меня зовут Милорд. Добро пожаловать на мой канал. С одной скидка на бучки, будем иметь и бучки. Агась, найден. Operation просто спалился только что. И тем самым спалил то, что он поставил сюда вард. Не знаю, зачем так он ходил. Теперь Тинкер остается без варда. В принципе, это очень неплохо. Окей, что ж, против Тинкера стоится обычно очень просто. Потому что, ну, захарасить буча он не может. У меня уже одна катка была с ним такая. Сейчас на ток немного разогнаться. А смотрите, какой это Тинкер, он какой сразу маршай кастует, уф. Интересный, малый интересный. Ну ладненько. На меня он будет пытаться захорашивать? Или как? Ага, 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 понял. А, он с фастботлом, погоди, а каким образом? Он пришел без атар, получается, решил контролить руны. Но если таким макаром все пошло, он не сможет их контролить. Потому что я сейчас возьму хух на единичку, буду просто все руны его забирать. Надо еще по мане его просадить, вот чтобы наверняка. Да и все. Типа, что он будет с этим делать? Сразу себе ботинок привезу, потому что я, скорее всего, буду наглеть. Не буду пока себе два барса привозить. Руна наверху. Пойду сразу заберу, чего уж там. Ага, а вон он где. Маршей, так и стану. Ах, сейчас бы ФБ сделал. Ну и ладно. Вот прям почувствовал, что не зря ботинок купил. Ну давай, что теперь покажешь? Тоже ботинки себе купил. Боже, что за тинкер? Типа он странный, серьезно. Попробуйте бить, пока у него второй левел. Так, погоди, так, и Винлейс. А, лазер меня шмальнуть от злости. А? А? Но он глупый, он зря линии пушит. На миссу бы не прокнуло, как он пошел. А, он, наверное, пошел отвод здесь пилить, точно. Да, ага, ага. Что ж, окей, принял. Надо бы его один разочек еще подловить. Ослабить, так сказать, его. Глаз можно там поставить, что наверняка. Угу, руну несу. Еще одного крипа потеряю, но это не страшно. Ну, морфит даун вообще пиздец. Сделаем вот так. Вот сюда поставлю две копии, пусть они дают мне вижен. Типа хоть немного вижен, но этого уже достаточно. Майн. Морф отключился. Тинкер чуть не видно. Странно, куда он пошел. Угу. Вернулся все-таки.
А, вон и тикер. Хы. Я помирать не собираюсь. Можно, кстати, вот этот лодик забрать, если купить смока и фласку. Как бы вообще без всяких проблем. Но я пока на таком лоу хп, я боюсь вообще хоть что-то делать. Да и отвод у меня такой уж и сильный. А вот он может меня сейчас убить. Не вышло. Пойду шарнер разобью тогда. Сейчас донается не особо хорошо. Типа я время потеряю. Может еще пачку кп забрать? Где еще запачка? Не, все. Надеюсь, они не расстроятся с того, что я в соляную выпил. Блин, ну вы издеваетесь? Не, ну... Руна регенерации. Не, ну серьезно, пусть заберет кто-нибудь. А куда он пошел на этот раз? Встречи его здесь? Нет. Дашь ему стан. А вот это странно. Нельзя ему руну регенерации давать. Вероятнее всего, вот здесь отводы пилит. Руну? Да, не забрал. Ну и ладно. Пойду фейзик покупать. Кстати, у меня на прошлом ролике спрашивали, что такое наверху у меня появляется. Он полученный урон до уменьшения, если кто не знает. Я сам не понимаю, что такое у меня появилось с недавней обновой. Лежать. Не, ну Динкера я очень сильно уже обидел. Я не знаю, что он будет делать по игре. Я его отвод забрал, он 6 левел, я 8. Наверное, сейчас вообще в лес уйдет. Надо сейчас леса завардить тогда и все. Чтобы наверняка. Серьезно, прям сразу решил мне выдать плюхи. Ну-ка, что за руна? Ну, по-моему, он еще ни одну руну не забрал. Ага, руну внизу, а сейчас он может успеть забрать уже. Он, скорее всего, за ней прям и пошел. А если он за ней пошел, я могу его встретить. Здесь Синкер где-то рядом. Пачка есть. Пачка есть. Стоп, ну если он руну забрал, возможно, он в инвизе бегает. Давай морфа убьем. Ну окей. Он маску купил. Да он. В принципе, он сдохнет за один мой каст. Даже перекачанный. Я тут рядом, можно убить. Могу по тавр залезть. У него вот здесь вот вард, наверное. Черт. Да, он тебя увидел. А нет. Вот Operation. Влезь. Там надо морфа убить. Он сдохнет, типа даже перекачанный. О, вот ДДшечка, вот что насчет у тебя было. Тинкер очень слабый. Прошлый Тинки, который мне попадался, был, ну, посильнее даже, что ли. Я не знаю, на что он рассчитывает.
Ты играешься. У него тут вард. Я уже думал, сейчас серьезно будет пытаться меня убить. Там под тавр полезет, что-нибудь в этом роде. Ну окей, косарик на руках. У тебя есть что выложить? Выложи два брейзера, я тебе урну кину. Ну досранец. Operation здесь где-то был. Да, это настоящий. Сильно он ошибся, когда так загулял. Блять, чел, я не специально вскорю. Да, мне все равно, главное по силу считать. Он как бы по трекам умер. Хеллоу. Морф на леса фармит, он маской. Нет. Опа-на. Надо блинку оформлять и уже морфа нормально так ломать. У него вроде в центре нет на линии. Он может большой проблемой стать. Ну да. Тинкер в лесу, вероятнее всего. Эманы нет. Зря, зря. Оу. Не, ну чё б не сформить? Сейчас, как бы двойной стачок, чё бы нет. Прям как будто для меня делается. Культу кинь. Совсем немного осталось за блинка. Дай маны, маны. Я хочу обратно его найти. Бля, у них везде смотри. Я вот маршей не вижу. И меня это смущает. Нет. Где ж ты фармишь тогда? А, вот он морф. Ну все, у меня блин готов, можно врываться, уничтожать. Без каких-либо проблем. Мана чего-нибудь хватает. Стою за ним. Сейчас мне пролетит тогда, блин. Ворвусь. Пока боюсь ворваться, потому что он меня может заморозить. Там еще вдруг неожиданно шестой все получит. Очень, очень часто так бывает. Пожалуйста, давай не все планы убьем. А, мы без тебя убьем, ладно. Дай стан, просто давай стан сейчас, я подхожу. Лардер. Не-не-не, не буду, не буду. Ребятка, мои полномочия на этом все. Я понял, почему я его не западил в прошлый раз. Он просто улетел. Надо отрегениться, снова вернуться, только на этот раз вот с таким вот набором. И еще одно, пожалуйста. Погоди. Тинки, короче, вот здесь фармит постоянно. Это его единственный бой. Он обиженный, но он подфармливает. Типа помаленьку. А. Нёп. Охренеть! Вот это ворот.
когда я ульта, когда я ульта. Я умер, наверное. О, нет, выжил. Ля, на каких крополях все это произошло. Сейчас тебя убьют, Тинкер, наверное, вот здесь. Он не успеет. Кусаться, дезолятор не будешь собирать? Я могу собрать, чтобы тебе помочь. У нас просто таверами, ну, нечем кушать. Мы так люто доминируем, это жесть. Смотрите, 21-4. Если сейчас морф немного перекачается в локус, я его сожру. Смотрите, нужно просто тычку дать от него. А он заранее, зараз, кнопку нажал. Как он хочет-то, ух! Можно феникса забрать. Мне тут призвано. Глаза даже нет, серьезно. А где ж ты фармишь? Че, мне бить? Сейчас запрыгну. Можно тавр забрать, пока я ПТД. Ах ты. Курица. Да харе. Закидывает меня. Ну, Тинкер запалился. Успеет улететь? Да, мы спалились. Можно его подождать, он сюда явно еще раз пройдет. Ну раз такая пляска, можно прям сразу дробаш выносить, правда маны будет хватать. Можно сделать вот так, а потом вынести дробаш и просто люто доминировать на всю игру. Я далеко был. Там морфа вижу. О. Беги, беги, селедка, ты чё, Паш потанковал? Ну, он полностью перекачанный. Ты мама. Взял, вытолкнул меня. Вот псина. Вы еще и драться хотите? Я лучше погнусь отсюда. Слишком лохопешный. У меня ощущение, как будто я детей избиваю. Типа серьезно. Обычно именно под такими роликами пишет, что я попадаюсь там с одними КПТС, а что-то в этом роде. Потому что я аккаунт не меняю. Просто Габен, ну или Айсфрог, сделали такой подбор, что в одной катке тебе могут попасться идиоты, а в другой катке против тебя могут попасться эти же идиоты.
сказать, теории 50%. Она именно так работает. Чтобы себя богом не считать. Ну, блин, я ушел. А, ты нас полететь начал. Ну окей, земля пухом. Посмотрим, что ты сделаешь, когда я дробаш соберу. У них есть где-нибудь? Ой, мама. Наверху увидел. Я, кстати, думаю, сайленсера я за один проказ сожру. Не палится. Беги в морфа, убиваем. Мы и так очень сильно доминируем по убийствам. Я лучше подпушил. Вешаю, он не перекачивается. Плохой расклад. Я еще и замерз. Очень плохой расклад. Что-то ты это. Ну, на меня конкотряд вышел, я замерз. Берия. Ты понял. Типа, если бы не Operation, я бы сейчас не сдох. Именно я всегда боялся замерзать от Operation, потому что потом на меня столько кнопок накидают. Я ожидал, что у меня будет врыв. Но не ожидал, что сразу все они влетят. Ну и, кстати, хорошо, что они толпой на меня напали, потому что стрик разделили, не дали никому-то конкретному. Что-то там засранец наглеет. Надо, знаете, наказать. Успел перекачаться, от зараза. Сейчас его поймаю. Ща. Да ну бред. Беги. Я еще под глазом поди нахожусь. Ну, видимо, кружусь нет. Ну-ка, ульта порейшена. Как вы это любите? То, что единственный, кто здесь меня контролит, это порейшен. Типа, никто больше на этой карте. Не чувствую. На выход на яйцо нажать. Угу. Ну, гуманисты. Знаете, я лучше подкоплю на свой дробаш. Опять он в полете успел перекачаться. Это издевательство. Kill him. Мисую. Отлично. Эй, парень, угомонись, все хорошо. Уж кого-кого, меня-то не убьешь. Вышло здесь яйца. Отлично.
Да, так и думал, что Тинкер уже топ, ну почти что топ-левел по карте. Здесь и довольно тонкие, он на этом очень неплохо сейчас поднял. Первый Т1 упал. Окей. Даже интересно, запалился сейчас или нет. Но судя по действиям Operation, не особо. Это отлично. Не дотянулся, хрен с тобой. Рядко уйди, пайпу нажми. Давай-давай, вырубай его, он сейчас выкупится. Все, уйдите, уйдите, все побитые, уйдите, уйдите. Пуш, я не выебывайся, уходи. Я машина! Пизды получите тут все, и будет плохо. Сейчас тоже все БКБ прилетит. Да и чё, блядь, уйдите, порегеньтесь, блядь, вы чё? Ну у меня реген 38, типа, я их не чувствую, одного сожру от регени, чё он так боится? Раз что, может дробаш забрать, а дальше уже как снова бычить. Уйдите, у нас он линии запушен, отпушите линии. О! Никого не вижу. Тинкера видел внизу. Здесь разве что морф может быть. Агась. Стоп, ты типа меня запалил? Здесь вижен стоит. Я не понимаю, на что он рассчитывает, как так делает. Сломай вард, бали. Как они сразу все среагировали. Печально. Окей. Драка пошла, но априори проигрышная. Хотя мы их просто жиром сдавили. Мне нужно просто его хоть немного увидеть. Где-то на хорош, на тавру уже есть. Бали. Чё-то как-то очень хреново, знаете, реализовали файт. Мы выиграли, по сути, убили четверых, но при этом ничего не спушили. Минус морф. Там все нахорашенные, все полудохлые. Где этот там вообще? Блин. Я типа своей жизнью пожертвую, но убью хотя бы еще одного. Нет, не вышло. Ну и ладно. Ага, все-таки ты один упал. О, это три упал. Я думал, когда это будет.
Не успел хлопнуть, он сейчас умрет. Да. Надо шайны поломать, чтобы они так не могли ворваться. А я пойду Тарас куда фармить, потому что я постоянно на лоу хп остаюсь. Если я был бы не на лоу хп, все было бы гораздо лучше в каждом замесе. Да хары фатятся уже. Они же снова на вас толпой сейчас нападут. Они мгновенно реагируют. Не догорел? Не. Пристрелил. Мисс. Иди сюда. У тебя так просто же не получится со мной так поделать. Помоги сломать. Мы их убиваем уже 9-й миллионный раз, блядь. А. Мы их не пушим. Я это уже давно заметил. Я не понимаю, зачем. Типа, чтобы что? Ну все, Тараска есть. Считай, я тупо мясной танк. Чего они со мной теперь делать будут? Оу, oh, е. Yeah. Ну что ж, нападайте на меня семеро. Глаза. Серьезно, ты хочешь меня выжить? А, они все-таки решили напасть. Ля какие. Выглядите, выглядите, они пытаются. Долго будете еще пытаться? Не пошел за мной? Да. Решил уйти. Ну там глаза стоят, типа это очевидно. Там вижен стоит. Я пытаюсь смока спалить, а не смока взять. Ты запарила, птичка. А, все-таки решили меня заморозить. Хорошо, понял. Ну грамотно не пытайтесь меня убивать. Типа всегда толпой. Окей, понял, принял. Пятеро. Да, они просто меня хейтят толпой. За это время надо было что-нибудь сломать. Упса, блядь, ты куда нахуй лезешь? Ну, видимо, хочет фрагов набить. Ходите, зачем? Что за игра такая тупая? Понять не могли. Мы могли ее закончить уже минут так 15 назад. Вот с таким раскладом. Просто пойти и закончить, пока было огромное преимущество. А теперь они постепенно обрастают мяском, получают преимущество. И вместо того, чтобы лишить их этого преимущества, сломать их бараки, они все равно продолжают драться. Ебать, 4 байбека назад надо. Да ну нахуй! Заебали долбоебы! Нахуй не байбекаются, болваны тупоголовые. Да ломайте бараки уже. Давай, Егис.
Угу, шрань так и не сломали. Ну, умный. Они, походу, не понимают, типа... насколько важен этот шрайн. Я не буду врываться, они там все толпой. Раз чтобы прострелить кого-нибудь, это я могу. Ульты у него нету. Эй, я ж... А. Ну ты ж собрался бить. Взял, убежал. Чё за прикол? Да пусть стреляет сколько вылезет, все равно он не продамажит. Че, пойду еще один раз куплю место фейзов. Почему бы нет? Восемь хп. Чувствую себя прекрасно. Эх, в кого-нибудь сейчас дробаша бы стрельнуть. Ничего стою. Ладно, господа, что ж, всем спасибо за просмотр. Ставим лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи.